И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Да, у меня здесь нет эмоций. Эмоций у меня здесь нет. Продолжаем выживать, и честно, я очень сильно устал снимать Ark. Не из-за того, что что-то где-то как-то, а из-за того, что начинал-то я снимать его, когда я был в отпуске. Вот, а сейчас-то я работаю. И что-то как-то времени на все это дело нету. Собственно, поэтому у меня нет дома. И все в таком духе. Реально. Ну, нет времени потратить там 4-5 часов на постройку дома, как я делал это на острове, к примеру. И по ходу дела, да, придется этот за кадры выносить в серию. В серию будем путешествовать в сериала, вот это вот и все. Сегодня я решил немножко путешествовать по карте, вон там вниз видите, да, сгонял. И походу дела нашел четвертый выход на поверхность. Если время будет, сгоняем, посмотрим, что там за выход. И нашел королеву жнецов. Она там же тусовалась буквально недалеко. И я, наверное, все-таки буду там иметь жнеца. Как бы я все равно уже сдох, раз такая разница. Так, на что сегодня пойдем делать? Мне нужно вырастить Дрейка. А для этого мне нужно все-таки яд безымянного, я думаю, побольше. Лишним не будет, по крайней мере. Поэтому сгоняем сегодня за ядом и добудем немножечко элемента. Элемент у меня сейчас там 40. Поэтому, можно так сказать, пока что подобываем элемент. Да, 40 для тег брони мне этого не хватит. Хотя там уже, наверное, у меня 30 изготовилось. Так. По 20 она требует. Ага, у меня 30 изготовилось, а она требует по 20. Вот фигово. Это прям крайне фигово. Так, здесь тоже 20. Черный жемчуг, кошмар, два там есть. Здесь тоже 20. Ну да. Да-да-да-да. Все, 20 требует. Единственное, что, допустим, могу винтовку создать, пистолет создать и все в таком духе. Ну, то есть то, что, по сути, сильно-то и не нужно, но могу создать. Генератор, вот сказать, в первую очередь, все-таки, наверное, нужно. И посмотреть, как он же так и тварь работает, блин. А, кошмар. Дел, делов, прям делушных очень много. Ну ладно, погнали, сгоняем. Сгоняем в этом. Так, давай. Ага. Вот, кстати, выход 4. Посмотрим туда. Кстати, я вам... давайте я вам покажу. Сейчас день. Туда путешествовать, выйти не получится. Но, походу, дело это реально выход. И, походу, это дело это реально просто тупо выход, то есть пешком. А единственное, что, да, вот здесь вот был такой подъемчик, и как-то так. Так, давай врубим инвиз, чтобы случайно на себя никого не сагрить. Во-во-во-во-во, давай-давай-давай, пролагивайся, собака. Так, и где-то здесь я уже видел, блин, честно, не помню, где я его точно. Но где-то здесь я уже видел королеву жнецов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, вот он. Должна быть это она. А-а-а! Выкрутите мою голову, я ничего не понимаю. Так, ладно. От первого лица лучше не смотреть. Это просто кошмар, это ужас. Вот. Так. Это просто ужас. А где? Ага, во-во-во-во-во-во. О, королева жнецов, 12 левел. Да, как бы маленький левел. Ну, камон,
Камон, посмотрим, что вообще из этого выйдет. У нее 45 тысяч, как бы, и так у нее, как бы, 45 тысяч. Вот, но это уже будет потом. Сейчас я, во-первых, нужно будет посмотреть вообще, как это что делается. То есть, Вики-то я почитал, но я понял, что... Что-то там как-то все плохо. Что-то как-то там реально все плохо. И я не понимаю, что делать. Поэтому потом. А сейчас пока можно создавать элемент. Ну да, я вот смотрю, все нормально. С газом вообще реально проблем сейчас нету. То есть вот, вот с этими семью газосборниками вообще проблем нету. Они у меня еще и в целом там тоже другие собирают газ. Нижний газ. Вот, 72. Вот, по 172, вот, 1200. Просто нафиг, вообще проблем с газом нету. Вот он зарядник, вот он газ, вот там еще есть нужен красный кристалл, могу залутать. И тоже без проблем. С каркинесами тут вообще беда конкретная была. Я, кстати, из-за чего по карте блуждать начал. Сначала решил поискать каркинесов, а потом в итоге пошел блуждать. Кошмар. Мозг выключивает даже. Каркинесы, собака... Нашел хорошего левела каркинеса. Да, помните, да? Его там уже нету. Они сдыхают, они просто... Они просто как мясо сдыхают. То есть ты как бы их находишь, а потом ты их больше не находишь. И тебе по новой нужно искать. Ну как бы да, я здесь опять нашел. Ключевое слово опять. И по ходу дела его... А что ты лагаешь? А, ну понятно. Да, ну да, у меня ж... Я только запустил, у меня карта все прогружается. Так, отцепись. Не надо летать. Отцепляться точнее. Да что ты, ну так-то? О, 72-й левел. Что-то мне подсказывает, по ходу дела... Да, 72-й левел. По ходу дела 108-й или 106-й левел. Каркинос здесь тоже исчез. Ну да, да, да. Пошел я в жопу обратно. Да, что поделаешь... И путешествуем по зарядникам. Решил все-таки создать тег броню. Реально. Вот, прям вот захотел создать тег броню. Просто я понял, что у меня здесь было по 3 элемента лежало. И я, получается... Так, какой я был? Сейчас в 7. По 3 элемента лежало, плюс я создал. То есть 3 элемента я еще создал. Ну, как бы есть... Седьмой. Не могу я что-то сосредоточиться. Седьмой. И как бы... Почему бы нет? То есть, да, я сейчас... Так, вот. Ты мне, тварь, тут мешал. Козел, чуть из телепорта не выкинул. Тварь. Ублюдок, мать твою, иди сюда. Хот-дог ходячий. Так. Вот, в общем, состряпал... Еще элементы. Тратится на это дело... Ну... Минут 5. Примерно так вот. Ну, кстати, да, вот. Минуты, да. Ну, примерно минут 5, да, на это все дело тратится. И самое сложное будет, когда мне нужно будет опять элемент закидывать. Точнее, не элемент, а все вот это вот это. Все ресурсы. Так как нельзя нажать, допустим, 10 ресурсов, и ты закидываешь, то есть, как бы, вот, сейчас объясню. То есть, нажимаешь, допустим, вот так вот 10, ты нажимаешь, и он у тебя все закинет. Нет, он закидывает только по одному. Козел. Потому что аккумулятор это тоже считается, да и плюс заряд станции тоже считается. Жопа, короче, полная была. Ну, да бог с ним. Погнали. На базу сейчас создадим... Бронечку, броняшечку, броняшечку. Погоди, мне нужно... Не, давай не на базу. Мне нужно пыльку, наверное, все-таки добыть. Я хочу один нестабильный элемент сделать. О, кстати, а где эту суть? А где эту суть? Так, 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 так. Вот в ту сторону мы все-таки идем. А почему в ту сторону? Я там зачищал каркинесов. Ну, соответственно, не только каркинесов. Пролагало. Отлично, прогрузились.
В общем, зачищал я всех. Так, 4-32, но это уже лучше, чем 8. Здесь 60-й. Ну, просто бомбанул у меня от того, что здесь тоже был 100... 106 или 108 левел, все не могу запомнить. Но, в общем, точно такой же левел был. А, после чего он сдох. Он сдох от сарка. Просто как говно. Там два сарка его раздербанили как говно. И после этого я бомбанул, я всю реку зачистил. Да, и циклантов, и фу, всех, короче, зачистил. Вот, как видите, все по новой заспавнились, но бомбануло тогда изрядно. Ничего хорошего не заспавнилось. Вообще. Тот, который здесь около базы тусовался, я вообще не знаю где. Честно, я тогда от него убегал, я туда убежал. Он где-то вот там должен был тусоваться. И его уже давным-давно нету, вот скажем так. То есть прям конкретно его очень давно уже нету. Я не знаю, где он. Козлы. Дохнут как твари просто. Ну да и пошли они в жопу все. Ладно. Ну, давай заберем. Так, что у нас здесь? Кстати, да, светопушку бы надо сделать. Все-таки нужно сделать светопушку, потому что я хочу сделать светопушку. Светопушка! Теперь у меня газа дофига, и почему бы я не... Почему я не могу сделать светопушку? Я могу сделать светопушку. Светопушка! Света... Светомет. Ну, светомет, светомушка, пушка, мушка. Что? О, электроника не... О, не, электроника позволит. Классно, у меня есть электроника. Супер! Супер, у меня есть электроника, и в этом просто обычная проблема. Ну, реально, с этим конкретная проблема. Так, у него сразу же имеется заряд. Отлично. Выглядит это вполне неплохо. Че, я их зря заряжал, что ли? Отлично. Пускай будет. Что-то у меня 500-500. Ну, отлично. Дальше. Давай сделаем... А, не, подожди, подожди, генератор. Не-не-не, нифига. Давай посмотрим, что у нас... А, так, 5 элементов брони. Это сотка, да, потребует? Плюс элемент нужен будет в ней для питания. И... Да ладно, у меня всего сотка. Ну, это же срань. У меня всего сотка. Я даже сейчас ее состряпаю, а толку будет ноль. Я ее не смогу запитать. Почему нельзя элементную руду перекрафтить? Просто так. Почему обязательно гемы, чардж, вот этот зарядник? И мне реально нужно дать сейчас 50 минут, чтобы состряпался еще один элемент. Ты пошел в жопу. Я даже запустить не могу. Мне нужно найти тег Диносов, чтобы... Так, погнали туда наверх. Мне нужно найти тег Диносов, чтобы элементарный пыль залутать. И состряпать один элемент. Обалдеть. Ровно сотня. Это прям обидно. Обидно вообще-то. Ну, погнали искать тег Диносов. А знаете что? Мне здесь однозначно нравится. Красивое место, и сюда тяжело добраться. В целом прикольно. Но... Но, блин, камон. Сюда реально вот в этом и проблема. То есть, как бы, здесь далеко до каких-нибудь ресурсов и так далее. Но в целом место прикольно. Что самое главное, ровные площадки. Ровные площадки — это что-то с чем-то. С кем бы я не те? А, с раптерами. Ну, бывает. Так. Вообще, в целом, конечно, да, типа, вот, тег Дина, это не Конон, все дела, я не спорю, но, ну я же отключить их не могу. А если и могу, то, а как? А как быть с тем, что я уже, сколько, две карты с тег Диносами протусовался, и даже создавал нестабильный элемент? Ну, типа, такое себе, поэтому, ну, скажем так, это маленькая фора для меня. Хотя очень обидно осознавать то, что у меня на предыдущих картах там очень много элемента, я не могу туда сгонять. Ну, 92-го левела сидеть, прикольно. Ну, просто там это там, а здесь это здесь. Поэтому я не могу оттуда ничего взять. Ни ресурсов, ничего.
Ну, надо же себе хоть какую-то челлендж создавать, учитывая, что я играю на локалке. Вообще хорошо, что я играю на локалке. Если бы была бы не локалка, я бы, наверное, еще бы с выжженных земель бы не вылез. А может, с острова бы не вылез. И вообще, где Дэг, мать вашу, Дина? О, да что ж ты лагаешь, что? Почему? Слушай, нет, стоп. Прикольно. Ладно, поищем еще. А вообще вот здесь прикольное место под постройку. Ну ты смотри, какая ровная кайфовая площадка. Ух, супер просто. Кстати, блин, где сидиск? Мне ж ваши чешуйки нужны будут. Ладно, потом поохотимся за вами. Да и выход на поверхность рядом, и ресурсы рядом. Прикольное место. Очень даже прикольно. Но тег диносов все еще нету. Чисто. Тут сыльца они кучами, да вообще никого нету. Я их не так уж много убивал, чтобы их не было. Здесь вообще же никого нету. Прикиньте, ну просто всегда тут было дофига кого, а тут хоп, никого. Да, что-то мне не прятаться с поисками. О, прикиньте, просто пол карты обошел. Да, вот я уже здесь. И только первый тег. Честно, я уже подумал, что быстрее будет, не знаю, там, взять, создать еще 10 этих, то есть еще один чарджер зарядить и создать 3 элемента. Это будет быстрее, чем найти паразавра. Ну и тут, собственно, тег Дина. И тут я нашел паразавра. Это прям ужасно. Чё там нафиг? Реально долбанный, сраный, козлячий закон подлости. Он работает здесь как никогда. Даже долбанных тагдиносов нету, когда они нужны. Понимаешь? Это какая, да? Их здесь всегда тусовалось много, но нет, сейчас их просто-напросто нет. Бывает и такое. Может реально создать и состряпать. Ой, да явно так будет быстрее. До дома. Но это издевательство. Я реально уже просто сгонял до базы, все это сделал. И вот, чтоб его. Экраптор. Сейчас еще найти, где он. Да чтоб тебя. А, во, стрелочка показывает, где. Кошма! Чё-то непонятно. О, тут дальше? Что? Подожди, а что там дальше? А, в смысле, в пещере, что ли? А, ну ладно, да, и здесь бы я точно бы не нашел. Так, это обычный раптор. Это тоже был обычный раптор. Сейчас, кстати, сгоняем на это. Ни черта не видно, твою мать, сраные деревья. Ага! Да, вот пещерка, точно. Светлок так. Что у нас там внутри? Понятно. Ничего хорошего, все как обычно. Да иди ты в жопу. Сейчас гоняем к тому выходу номер 4. Здесь точно раптора нету. Я не знаю, где козел находится. Причем вдвойне теперь обидно. Вроде бы и нашел, а толку. Так, так сделаем. А толку ноль. Да ты что, тварь, застрял, что ли, в камешке? Ты серьезно? А там кто сидит? А!
Сгоняем, нифига себе, уже посветлело. Ёп, уж за ногу. Как быстро ночь прошла. Не, не сгоняем. О, лампадок зато освободил. Хотя не, он тупой, он так к нему будет висеть. Ой, фиг его знает, короче, где что, а у меня там уже доделалось. Не знаю, как насчет того раптора, походу дела, там где-то в скалах забагано. Зато вон даже два раптора бегают. Ну, по крайней мере, по базе, по это, по списку показывают даже двух рапторов. Кошмар! Вот реально, кошмар! И это учитывая, что я их и так летал смотрел, и по это смотрел, а тут на, пожалуйста, берите, убивайте. Чё, жалко что ли? О, доделалось, отлично. Да уж, короче, отвратительная штука это. Так, раз аккумулятор есть, значит создадим еще один телепорт и еще один чарджер сделаем. А сейчас на базу погнали делать так. Дом. Так. Создаем нестабильный элемент. Кстати, осколок. Нестабильный осколок это 10. Нужно 100. Ой, у меня стул скрипит. Нужно 100 осколков. А, ну, по сути, то же самое, что сделать элемент. Ой, ты же долго создаешься. И что? Погнали. Погнали, короче, вот сюда. Наконец-то я создам броню. Кстати, трансмиттер там, по идее же трансмиттером можно найти. Но что там какая-то заморочка, то ли два, то ли что нужно, не помню. Короче, какие-нибудь нафиг. Ладно, фиг с ним. Так, штаны. Так, броня. И у нас через минуту стабилизируешься. Так, включить я тебя могу, но давай закинем сюда обычный элемент. Еще одну штучку. Да чтоб тебя, ну ё-моё. Давай, запускай. Повысь, отлично. Так, создаем ботинки. Дальше что? Чем будет смешно, если я в итоге не успею создать, и чего-нибудь не хватит. Ну ладно, у меня есть три этих, так что мне нормально. Перчатки. Что тут подлагивает? Что за нафиг? Смотри, при каждом движении, при каждом действии она подлагивает. Тупость такая. И штанцы остались. Штанцы, где штанцы? Во, штанцы. Я их что-то сделал. Ну и бог с ней. Вот теперь есть все, что мне нужно. И три элемента на заряд. Ну да, ладно. Так. Наконец-то я могу. Наконец-то я могу надеть свой тег костюм. Первый, наконец-то. Господи, как это я долго к этому шел? Да, просто я на предыдущих локациях, как я уже говорил, я не мог делать, так как, ну, на тех локациях еще так не существовало, но я мог так. Изначально. Да. Но дальше мне бы винтовку, вот, что немаловажно. Винтовочка требует 20 элементов. Там какой-то пистолет тоже есть. Тоже требует дофигища. А, да, вот, как пистолет. А, нет, это требует 15, но пресса требует дофигища на эту всю фигня. Винтовка 20. Ну, такое, если честно, учитывая как, что, где. Хотя она... А, ну она перегревается. Ладно, в любом случае у меня нет больше элементов, чтобы что-либо создавать. Мне нужно будет создать генератор, но это мне нужно будет хотя бы один раз туда сгонять еще. Во, элемент уже преобразовался, отлично. Где как он там? Генератор, вот он. 30 элементов. О, ну да, по сути, один раз еще должен был сгонять, и я состряпал наконец себе. Так, все, вырубайся, нафиг ты сверкаешь, моргаешь, вот это вот, все, бах.
Ужас просто. Просто ужас, 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 ужас. Ладно, зато теперь у меня есть так броня, и это просто офигенно. Блин, зря я тебя выключил. Такой хороший скрин хотел сделать. А, хотя ладно, не буду делать. Ну, еще пусть. Потом что-нибудь придумаю. Все, короче, не знаю. Такая вот серия получилась. В итоге полсерии я блуждал, полсерии я собирал элемент. Элемент собирать очень долго. Даже учитывая, что у меня вот такая автоматизация, собирать элемент очень долго, чтобы сделать броню и так далее. Я не представляю, что... Ну, хотя я представляю, на... Extinction там вообще проблем нету, там лавочки ломай, эти столбы ломай, все ломай, короче, там отовсюду элемент добывается. Главное, ломать нужно этими либо диносами, либо буром. Ну, там надо смотреть, от чего лучше тропается. На операции же это просто кошмар. Ну, а на других картах и того хуже, там чисто только боссов убивать и не более. Да, нужно будет сходить в пещеры и попробовать уже гамму убить Роквелла. Тогда уже можно будет и винтовочку состряпать, вот это вот все состряпать уже можно будет. Не знаю. Да, наверное, в ближайшее время я все-таки буду томить Жнеца, томить Каркинса. И потом уже пойду... артефакты. Посмотрим, что будет дальше. На что будет хватать сил. Примерно сегодня у меня точно бы не хватило сил на Каркинус. Да, такие вот дела. Все, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, короче, если нравится, поставь лайк, напиши комментарий. Там, типа, все офигенно. А лучше можешь посоветовать, вообще, что сделать. Потому что я реально, вот, я вот сейчас записываю серию, завтра только выйдет серия. Если есть что сказать, пиши. Пиши, потому что сейчас я практически пишу день в день в серии. Все. Запас времени нет. Все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока. Короче. Столько фигни наговорил. Кошмар. Пока.